Ложись. Вот так. Со всеми львами здесь я на ты, я главный вожак этого прайда и горжусь этим. В этом вольере живут референдум и весна. Эти тигрята родились в ночь, когда Крым голосовал за переход из Украины в Россию. Я счастлив, что мне удалось жить во времена, когда Крым принадлежал Украине, и мне, русскому человеку Олегу Зубкову, можно было создать эти парки. Вот, к сожалению, сегодня это все уже в прошлом. Сегодня наш парк не пополняется новыми животными, а тех, что у нас разводятся в большом избытке, вывести практически невозможно.